Всем привет! Сегодня уже четверг. Время летит просто невозможно. Уже половина мая нету. Я сейчас... Хлеба у меня нет. Вчера приходил Костя. Вечером уже между работами прибежал. Я его покормила, и хлеба осталось у меня немножко. Нужно сейчас мне поставить хлеб. Я сейчас быстренько это поставлю, попью кофейка и вытащила кусочек у меня печенки, пусть оттаивает. Сделаю спагетти с печенью, потому что борщ у меня есть, ничего наготавливать такого не буду. Завтра я буду в разъездах целый нам день, поэтому приготовлю так, чтобы покушать было, и все. Самое главное, хлеб. Без хлеба-то никуда. Вот. Сейчас соль, сахар. Масло туда. И дрожжи. Вот. Я вчера что-то себя не очень чувствовала день. И морозило меня, и кашель какой-то был. Думаю, пойду полежу. Легла, девчата, полежать. Летали самолеты. Такое ощущение, что прям вот над моей крышей. И я проснула, ну как, и не уснула, вернее. Встала, думаю, что лежать-то? Сон убежал. Сон убежал, потом пришел Константин. Мне говорит, еще на работу идти. Ну, покушал. Тут отдыхал на кухне, а я пошла, сидела там наверху. Ой. А потом уже время 9 часов. Пацан ушел на работу. Я думаю, ну что делать-то? Сна нет, того нет, надо расхаживаться. А вот першение, кашель такой невозможный. Думаю, лишь бы мне не разболеться. Это вот тогда было прохладно. А я стирала, выскакивала распаренная-то, да? Так, сейчас муку сыплю, сухую ложку надо. И я вчера провошкалась, девчата, до 4 утра. Глянула, время 4. Думаю, вот это да. Таня дала стране угля. Так. Ну вот, хлебопечка. Муку даже не просеиваю, девчата, последнее время. Что-то я обленилась. У меня там стирается то, что я шила. Надо, говорю, постирать белое. И вчера делала выкройку, нашла в Ютубе видео, вот сейчас уже ничего не скажу. Женщина там, по-моему, шью без правил, что-то такое. Канал, я не запоминаю, девочки, поэтому даже не стараюсь запоминать. И мне что надо, я ищу в поисковике. Так, все, включаем тебя, моя дорогая. Первая программа. Так, размер буханки. А, меню. Так. А что такое? Ты не хочешь включиться у меня? Корочка. Ну, что-то не включается, девочки. В чем дело? Может быть, не это? Да нет. Стоит хорошо. Так, первая программа. В чем дело? Может, я ее выключила неправильно, девчата? Ну, конечно. Так, на 1,5 килограмма ставлю. Цвет корочки темная. И старт. Первая программа 3:15. Все, забыли про хлеб. Сейчас я кофейку. И я вчера, вот кто-то спрашивал, где берете выкройки.
По первости я покупала на сайте «Шкатулка» там. И еще там есть, много есть мест, где можно купить. То же самое надо набрать. Бесплатные выкройки или платные выкройки. И вам выскочат эти сайты. Есть бесплатные, есть платные. Ну, цена там недорогая. Вот. Копеечная. Но все равно, думаю, они не всегда подходят. Я вчера, опять же, со шкатулки взяла выкройку шорт. 56 размер. Думаю, пусть лучше будет она побольше, чем маленькая. Я ее распечатала, склеила. Девочки, я посмотрела, ну там на слона. Вроде бы как объем бедер я свой ставила. Там по объему бедер ориентация-то идет. Ну, думаю, нет. Это, знаете как, кот в мешке, действительно. Я нашла видео и начала строить сама выкройку. Я ее построила. Построила шорты, перевела на целлофан. Шорты без боковых швов. То есть сразу кроится одна половина и вторая половина. Там ножки сшиваются и вот этот шаговый. В общем, терминологию не знаю. Я же не швея, девчата. Поэтому, пожалуйста, уже к этому относитесь потерпимей, кто швеи. Ну, вот так. Ноги сшиваем, а потом шаговый шов. Или как он называется. Вот. Я сделала. Но я вчера кроила футболку. Футболку одну белую для Наташи и одну белую для Кристины. Один кусок кулирки я вот весь раскроила. Он был у меня, по-моему, с последнего завоза. Но те беленькие еще надо постирать, что у меня какие-то пятна. Аллергии вроде ни на что нету. Так, кофе надо себе сделать. Сейчас постираю. На улице ветерок, оно все высохнет, протряхнет быстро. Ну, может быть, флис еще кину в этот, в машинку. Там у меня 3 куска осталось недостиранных. Так я 6 кусков все перестирала. Ну и как вы думаете, я же вчера зашла опять в тканюшки. Ой, а там красота неописуемая. Ручки тянутся, голова отключается. Ну и, конечно же, я то, что я хотела, я сделала заказ. Сейчас кофе нальем. Вот. Я хотела плащевку. Там есть с пропиткой и без пропитки. Я в этом еще не разбираюсь. Опять же, был вопрос. Название ткани, вы знаете, девчата. Ну, как знаю. Вот продают... Я покупала, я уже, допустим, знаю кулирку. Кулирку простую, кулирка пенье, интерлок. Я брала на подклад, на капюшон. И вот мне приходил черный с звездами костюм, я шила Кристины. Просто шикарнейшая ткань. Потом, что я еще знаю? Футер теперь знаю, футер начес знаю. Трехнитка, двухнитка. Двухнитка петля и, допустим, там двухнитка диагональ. Это все придет по ходу занятия шитьем. И будем знать и название, и все такое. Ну, там названий тканей очень-очень много, я хочу сказать. Очень много. Попозже. Я утром не ем, девчата, не завтракаю. Достала себе вот такие каши, 2 пачки, запарю яблоко и изюм и перекушу. Это я попозже буду делать. Печенку сделаю и эти сделаю. Наверное, все же спагетти надо наломать. Не знаю. Что-то. Но буду делать совсем мало. Немножко. Чтобы оно, знаете, не лежало в холодильнике.
лучше приготовлю всегда свежее, да? Вот видите, у меня открытые спагетти, в пакетах все замотано, крупа там, все это под крышками, потому что у нас влажность, и надо все это как бы прятать, чтобы не было сырости. Ну, вот их поломаю, не буду длинные делать. Вот. Хлощевка. Я тоже посмотрела, там девчата заказывают и шьют с них курточки, можно жилетки шить, можно ветровки шить. На что ваша фантазия хватает, то вы и состряпаете. Вот я вчера, я же не думала вчера прям вот брать и заказывать, но это дело, знаете, какое? Замануха называется. Зашел, увидел и все. С собой не совладаешь. И хочется все-все-все. А меня, знаете, что сподвигло? Купить. Вот макароны. А, там в конюшках появилась новая ткань. А, новая продажа. Это Adidas. Я спрашиваю там. А что это такое? Что это такое? Что такое Adidas? Это, говорит, неубиваемая ткань. Помните, были Adidas? Ну, помню, у меня и сейчас еще Олимпийка вон валяется. Я в ней по огороду лазю. Боже, ей уже, ну, лет 30. Так они живут. У меня живут. Вот. Ну, был цвет такой красный, он как-то вот не такой, чтобы вот прям красный, между красным и малиной. Может быть, так у меня экран показывал. Пишут, что красный. И рыжий. Рыжий такой ближе, знаете, к терракотовому. Ну, потом зашла туда, гляжу, моя знакомая, моя подписчица тоже взяла себе там мебельки, тоже плащевки, а мы с ней тесно общаемся. Думаю, Лариска, ты набрала, и мне надо срочно, срочно, и мне надо. Ну, выбрала плащевку. Не знаю, правда, где там. Сейчас вот утром посмотрела, есть и с пропиткой, есть и без пропитки. Опять же, ориентировалась на такие цвета, а в основном для девочек. Вот. Там, по-моему, что-то по 3 метра, по 3, по-моему, метра. Что-то такое, кусок трехметровый отрезается. И вот этого Адидаса, там тоже, по-моему, по 3 метра тоже режут. Ой, кофеек как хорошо. Глаз еще не проснулся толком. Вот кофейку поешь, попьешь. И будешь так вот ходить, расхаживаться. Сейчас посмотрим с вами, что у меня тут есть за семена. Это еще с прошлого или даже с позапрошлого года. Но я хочу поглядеть, завтра я буду в городе. Что мне надо покупать, а что и не надо. Вот. В общем, покупку я вчера пока не оформила, я не легла спать. Танюшка там, админ, мне пока отписалась. Я ей пишу, что я живу во Владивостоке. У меня уже 3:30 ночи. Они-то находятся рядом с Москвой. 7 часов пояс часовой разницы. У них-то день, а у меня глубокая уже ночь. Она говорит, спи, спи спокойно. Заказ твой приняли. Слава тебе, Господи. Вот это характер, девчат, переживать буду, пока не оформлю. И вчера я купила на Валберисе тоже ножницы. Ножницы Юки, по-моему. И вы знаете, я там всегда кнопку нажал и оплатил сразу же с карты. И все, я сразу оплачиваю. Если я знаю, что возврата я делать не буду, а я оплачиваю сразу. Вчера хочу оплатить, мне не дает.
какой-то электронный кошелек лезет и лезет. Думаю, да что ж такое? В конце-то концов. И я уже начала злиться. Вот, знаете, я нажимаю оплатить, вылазит кошелек. Вылазит опять электронный кошелек. Думаю, да сколько можно? И я уже взяла туда, в техподдержку написала. Говорю, в конце концов, хочу оплатить ножницы. И что вы там пихаете мне этот электронный кошелек? Уберите, говорю, его и сделайте назад мою карту. Сделали, девчата, сделали. Убрали. Не стало срабатывать вот этот электронный кошелек. Я оплатила. Там что-то около, ну, грубо около 700 рублей. И ножницы, по-моему, 11 размер. Ну, тоже почитала. Они у нас продаются, такие ножницы, в этом, в тканях, в офлайн-магазине. Ну, там дорого, девочки. Дорого, я не хочу брать. А вот, думаю, подешевле я куплю. Я там купила себе ножнички хорошие. Пользуюсь. Так, сейчас... Сейчас хочу сказать... Ну, сейчас я кофе допью, поставлю камеру и с вами посмотрим, какие тут у меня семена и что мне надо, а что не надо. Что-то не буду. Огурцы! Вот в эти кучи там тыкву посажу. Земельки действительно сверху сыпану, где трава вот эта, суховей. Земельки туда кинем и эти семечки, тыква и кабачки. Вот туда надо кинуть. Пакеты эти валяются тут. Господи. Наведу порядок. Все равно какой-нибудь пакет здесь оставлю. Ладно, девчата. Сейчас камеру переставляю. И смотрим с вами мои семена. Что у меня тут сохранилось. В общем, девчонки, я уселась. Что у меня здесь? Здесь у меня перец, но его поздно сажать. Давно у нас и не вырастет, это надо в теплицу. Это вот кабачки, по-моему. Не знаю, где тыква, где кабачки. С каждого пакета возьму и поразбросаю. Земли много, пусть растет туда, к низу. Что у меня здесь, девочки мои? Так. Ага. Редиска ранней пальчиковой. Много тоже сажать. Я ее не ахти как. А дети не всегда приезжают за ней. Вот их два. И пират круглый. Ну и пока хватит. Вот это и посадим. В субботу выйдем в грядки. В субботу. Так, что тут? Укроп. Вот укропа я наделаю такие луночки и прям в лунку насыплю обильно. Не буду рядками больше сажать. В лунку. И пусть она пышным вот таким клубком растет. Подошел, срезал сколько надо, снова вырастет. Здесь, значит, у меня позднеспелый и популярный раннеспелый грибовский. А поздний кибрай какой-то. Вот. Петрушка корневая сахарная, скороспелая. Укроп лесно-городской какой-то, среднеспелый. Ага. Куст высокий ростый, рослый, густо облиственный. Лист крупный, сочный, очень ароматный. А, ну для консервации пойдет. Петрушка кудрявая. Вот я ее люблю. Вот эту. И ту люблю, и ту. Хватит. Вот зелени хватит абсолютно. Что у меня здесь? О, моя любимая морковка. Нанская. Видите, сколько? Все, не надо покупать. 5,5 пачек. Только морковки. О. Ну вот морковку посадим. Вот так пробьем рядочек. И посадим. Так, дайкон самурай.
Ну, его сажают, по-моему, что-то в конце июля, то ли 27-го, то ли 20-го. Редиска, еще одна редиска. 18 дней скороспелый. Вот, видите? Ой, тут все семена у меня есть. Вот, наберу всегда много, а потом она лежит. Так, еще редиска. Французский завтрак какой-то. Редис чемпион. Боже мой, две. И редис дура краснодарская. Чуть ли не дура. Дуро. Ой, не могу. Да, ну, кто название придумает? Редис дуро. Дура. Среднеспелый сорт. Образует крупные округлые корнеплоды. До 25 грамм красного цвета. Белая нежная мякоть, сочная, хрустящая. Ой. Корнеплоды могут долго не дряблеть. Посев производится в течение всего сезона. Ну, это тогда подсыпать будем ее. Подсеивать. Пусть растет. Ой, ну, юмористка Таня. И кофе тут у меня. В общем, у меня тут все. Так. Что здесь-то, девчата? Еще укроп. Супер дукат. Раннеспелый сорт. Ага. Листья крупные со слабым восковым налетом. Товарный урожайность до 3,6 килограмма на квадратный метр. Для всех блюд и также для консервации вот этот вот. Так. 22-го года. А сколько срок годности? Да, что им будет? В 22-м году, правильно, прошлый год я ничего не садила. А, лук-батун. Вот, тоже есть. Урожайность. Холодостойкий сорт. Растение рано весной дает свежую, богатую витаминами зелень. Ну, вот батон можно посадить, он потом из года в год будет расти. У меня был, я потом его перекопала. Так, что здесь? Во, дочь просила горох. Да тут есть и горох. Только что огурцы купить и все. Семена Алтая. Вот горох. Среднеспелый сахарный сорт. Два. Называется горох сахарная сладкая палочка. Вот такой. Горох сахарный иловецкий. Ага, тоже. Так. Можно выращивать без опор. А здесь... Так. Тут не пишут. Так, теперь горох Глориоза. Слушайте, у меня его что-то дофига. 7 пачек, что ли? 3, 5, 6, 7. Ой, мы сказочно богаты. Высокоурожайный мозговой сорт. Так. Все они 22-го. Вот печка зашумела. Стрючки. Высотой вот это вот высокие 67 сантиметров, а сам стрючок 7-9, слабо изогнутые. Ну, вот такие. В общем, девчата, мне-то покупать-то практически ничего не надо. Я не знаю, где-то лежали огурцы, и мои огурцы еще были. Надо вот здесь в комоде посмотреть, потому что, скорее всего... Где-то лежат. Но я подкуплю все равно огурчики. Подкуплю. Знаете, такие, чтобы были маленькие и с пупырышками. Вот эти салатные длинные я их терпеть не могу. Мне кажется, они безвкусные. Вообще никакие. Вот, мешает тесто. Хлеб. У меня там машинка постирала, я сейчас пойду повешу белье, попозже приду и буду готовить тогда уже макароны.
и печенку. Перед вами отметилась, девочки, отметилась. Все новые видео, я хочу сказать, выходят на Яндекс.Дзен. Только спустя какой-то период времени я их бросаю на Ютуб. Но я думаю, причину вы знаете. Завтра пойду в Сбербанк, сдам свой голос и фото. И буду уже оформлять тогда карту. Карту оформлю, тогда уже на эту карту смогу вывести свой миллион. И на эту карту может моя дочь тогда посылать мне денежку. Вот о чем. Ну, что еще сказать? На комментарии вот такие вот поотвечала, да? Что кто спрашивал. А, спросили еще, где вы учились машинному вязанию. Нигде, девчата. Я вот так тоже спонтанно посмотрела видео на Ютубе про вязальные машины. Несколько видео посмотрела, но у меня такой характер. У меня сразу загорелось. И выньте и положите. Мне хочется, я хочу. А раз я хочу, я буквально 2 дня сидела в Ютубе, погружаясь вот в эти видео, какие бывают машинки, что они делают, как на них вяжут. И уже у меня что-то решение созрело очень быстро. Первая была моя машинка Silver LK 150. Вот. Я ее покупала на сайте Азбука вязания. И к ней, девочки, купила вот эту вставку. Ну, вставку, скорее всего, я продам. Если кому-то нужна такая вставка, пишите мне. Я ее буду продавать. Она у меня так в упаковке с чеком. Все-все лежит. Вот. С этими, с документами. Я ее даже не распаковывала. Ну, потому что, знаете как, думала, что в игольницу мой размер вдруг не вместится. И тогда придется вставлять. Это вот у кого ЛК 150, полные есть женщины, да, большие размеры, там 60 и плюс. Вот им эта вставка прям вот как воздух нужна. Поставил эту вставку, правда, стол удлинится. И потом вяжи, вяжи, чтобы не было вот здесь, допустим, шва. Чтобы не сшивать вот эти две половинки. А я не пользуюсь, и я вхожу в эту игольницу. Вторая машинка у меня была 5-й класс. Однофантурная, потом я купила к ней 2-ю фантуру. И потом 3-й класс. То же самое была однофантурная. И потом я купила нижнюю фантуру, 2-ю. А училась я не знаю. Я не знаю как. Я пришла, помню, сама ее разобрала, собрала, укрепила к столу. И в первый же день я связала образцы. Там ничего страшного нет. А кто вяжет спицами, да, тот вполне, вполне осилит вязальную машину. Все то же самое применимо на машинку. Все с головы. Вот как вы рассуждаете, когда вы вяжете на ручках, то же самое применяете в машинном вязании. Вот то же самое. Составляю уже, знаете как, вот нарисовала, допустим, вот кофту. Вот сейчас я сделала там расчеты. Вот типа вот этой вот будет кофта. Там Ализе. Ализе Сал. Симли. Симли Сал. С люрексом. Вот загорелась, хочу. Вот такая будет. Здесь будет прямая идти, как квадрат. Просто вот, вот прямая, да? Но я буду делать скос плеча и закрытие горловины. По переду закрытие горловины и по спинке. Затем швы сшила. Здесь оставляю пройму. И здесь сшила. Все, кофта готова. Ну, посмотрю, у меня есть еще зелененькая с люрексом. Может быть, знаете, вот так горловинку. Горловинку отделать можно будет. Мне телефон говорит, что разрядился.
На этом, девчата, я с вами попрощаюсь, мои хорошие. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Я всегда отвечаю. Подписываемся на Яндекс.Дзен. Ну и на Ютуб тоже. Всех люблю. Всем пока-пока. Всего самого-самого доброго. А с вами была ваша Татьяна. Пока-пока.